Суровые погодные условия создают сложности для передвижения жителей округа. Но за безопасностью на дорогах продолжают следить сотрудники госавтоинспекции. В рамках программы «Зимние каникулы» ГИБДД провела акцию «Ребенок-пассажир-пешеход», нацеленную на проверку соблюдения правил дорожного движения жителями округа. Автомобильная дорога – место повышенной опасности, поэтому проверка водителей является неотъемлемой в каждом рейде дорожно-патрульной службы. Спасибо за то, что соблюдаете правила дорожного движения. Вот вам такая листовочка. Здесь напоминаю, что это такое? Безопасно вам дорога. Автолюбители отмечают, проверки сотрудников ГИБДД важны и служат напоминанием о соблюдении мер предосторожности на дорогах. Стараемся прямо с рождения детей, сразу купили кресло, всегда пристегнем, следим за этим. Мы ничего не нарушаем, поэтому мы не боимся. И я считаю, что чем чаще проверяются, наверное, законопослушнее, что ли. Правила дорожного движения служат не только для водителей, но и для пешеходов. Сотрудники ГИБДД напомнили об этом жителям округа и вручили небольшие полезные подарки. Светоотражающий элемент. Держите, это вам подарочек. Вклеивается либо на курточку, либо, ну, соответственно, либо на рюкзачок. Рейд показал, что пешеходы осведомлены о правилах дорожного движения и относятся к ним со всей ответственностью. Смотрю вправо, влево, по сторонам, прежде чем перейти дорогу. А за незнание или несоблюдение правил дорожного движения придется заплатить, хотя цена собственной жизни гораздо дороже. Штраф там предусмотрен до 3000 рублей. Но есть возможность родителям, которые нарушили правила дорожного движения, оплатить его с 50% скидкой. Берегите себя и соблюдайте правила дорожного движения. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.